Привет подписчикам и зрителям канала. Давно не было в Триквенице, но неделю точно, а может и дней 10 уже. В общем, пляж забит, народу много. Ну как забит? Не классика, конечно, идеального туризма, но действительно очень много людей. Я уже не стала идти до городского пляжа, слишком жарко. Хотя сегодня смотрела прогноз, что на выходных опять и перемена погоды, причем будет хуже, чем 3 дня назад. Похолодание, гроза, гром, буря, и вроде как дождь уже будет везде, во всех городах Хорватии. Сегодня в Триквенице будет организована ярмарка, продажа хорватских, как это сказать по-русски, ну, хорватских товаров, так сказать, и еда, и для дома, и все такое. И не знаю, как это все будет выглядеть. Хотела вот именно из-за этой ярмарки я съездить сегодня вечером еще в город. Но мне так кажется, лучше все-таки сельцы, потому что здесь пляжи не очень хорошие. А городской, скорее всего, полон, судя по вот этим тоже пляжам в черте города. Так что, наверное, все-таки сельцы выбираю сегодня. Смотрела вести. В среду был разговор хорватского правительства о том, что вроде как, в общем, вводят маски для граждан не только на закрытой территории, как магазины, там какие-то клубы, что-то, но и на открытом пространстве, там, где народ собирается, наверное, где тусовки, массовки. И гражданам Сербии и Боснии обязательный карантин, по-моему. Я слышала, что и из Греции вроде как граждан Сербии, так сказать, выгоняют. Но не, как бы, конечно, не то, что их гонят, но предупреждают, чтобы они там выезжали, не въезжали. В общем, так. В Хорватии типа будут какие-то меры вводить, так как больных очень много, заболевших, но типа постепенно, это не будет там строго, и чтобы все резко подрывали. Особенно это относится и отношения между Словенией и Хорватией, и границей. Если Словения решит, что будет карантин, что граждане должны уехать, то это тоже будет там им дано несколько дней и предупреждение вперед, чтобы не было столпотворения, чтобы не создавать критические ситуации на границах, ну и вообще, чтобы люди могли нормально выехать. Тут опять же говорили, что будет ограничение на количество людей. Ну, типа, чтобы не собирались кучами. Дело в том, что больше всего заболевших, новозаболевших, было именно после разных праздников. Там свадьбы, закончили школу, там студенты или еще что-то. И сразу человек по 10-12. Ну, не знаю, как вот сейчас летом, даже вот те же самые, не только кафе, но и даже продажи на рынках, на ярмарках, как вот делать расстояние между, как очереди будет стоять, тоже непонятно, просто типа, чтобы рассмотреть товар. Хорватский был премьер или президент в Словении, что-то там они тоже договаривались, как и что, но, знаете, это все зыбко, ничего не точно, все как бы договаривается в данный момент, судя по ситуации в странах. А, хотела вот эти цветы заснять, посмотреть поближе. Первый раз вижу, в этом году их засадили. Крупный цвет такой красивый, лавандовый. Смотри, вот эти цветы, как это лилии или что? Все еще растут. У нас уже давно отцвели, думала, их уже и нет. В Хорватии в данный момент вот именно на лечении серьезном около 100 человек. Эти дни умер один человек, там ему было около 70, у него было других болезней много. В принципе, говорят, что заболевает больше молодых людей. 4 часа дня, из города уже приехали, но надо еще кое-что, по делам надо сходить, сделать кое-что. Слишком жарко, действительно, просто невыносимо. На пляже, если нет тени, даже если ты под каким-то зонтиком, или домики эти, но там дышать нечем, конечно. Народу прилично, действительно, сегодня прям удивилась. Триквенница забита, а многие, например,
в Далмации или где-то на островах, наоборот, жалуются, что гостей нет. Ну, видите, где-то нормально, где-то не очень, где-то люди смотрят по цене, кому-то там, где ближе приехать. У меня под видео, ну, не часто, но бывает, всплывают комментарии. Ну, больше в шуточной форме, конечно. И так, нормально, без грубости там и так далее. Но говорят, мол, что я показываю достаточно негативно некоторые ситуации в Хорватии. Вроде как, ух, ну, типа, что так все плохо, или там, ну, что так все прям церняк, или что там вот прям это самое, неужели? Говорят, мол, типа, ну, приезжайте к нам в Россию. Ну, что я могу по этому поводу сказать? В Россию я не собираюсь. Я из нее уехала. И если бы не хотела, я бы не осталась жить здесь, естественно. Второе, я не считаю, что все плохо. Все, что я снимаю, у меня не передача о криминале и не какие-то страшные вести, новости. И на всяких там страшных событиях я не делаю акцент, и это не моя типа тема по видео. Я просто стараюсь снимать реальную ситуацию. Если что-то плохо, если что-то не так, и не хочу сравнивать. У меня нет смысла сказать, вот если что-то здесь плохо, то, мол, типа, ну ладно, давай там, типа, домой возвращайся. Хотя Хорватия уже давно стала моим домом во многих планах, аспектах. Так что, мне кажется, это как-то немного, ну, как сказать, это, конечно же, ваше дело прокомментировать, сравнить, сказать. Но я думаю, что лучше всего Земле реально показать настоящую картинку и вещи, которые в ней происходят. Почему я не могу сказать, что действительно где-то опасно, или есть какой-то криминал, или произошли какие-то события, или, например, если какие-то есть законы, правила и условия, которые нужно соблюдать, несмотря на то, что вы об этом думаете. Потому что многие действительно смотрят через солнцезащитные очки, скорее всего, приезжая на неделю, две. Есть, конечно, люди, которые годами возвращаются и живут, и все в порядке. Но если ты 24 часа в сутки как бы в хорватской теме, не просто по туризму, а бизнес, работа, жизнь, здоровье и так далее, естественно, это совсем по-другому все выглядит и по-другому ощущается. Есть, конечно же, плюсы, минусы, где-то большие минусы, где-то большие плюсы. Но хочется глобально рассматривать картинку, а не только отдых, туризм, пляжи. Я бы могла снимать романтичные ролики, там, «Бегущая по волнам», стиль реклам 60-х, знаете, белые зубы, улыбки, вот это вот позы надуманные, закаты и восходы. Но я хочу показать, вот как бы, как оно реально есть. Так что, друзья мои, не обижайтесь, но я продолжаю в том же духе.